Инстардинг представляет. Тони Робинс. Самый главный ключ к успеху в жизни. Я всегда хотел знать, есть ли такая одна вещь, работая над которой, все остальное расставляется по местам. Какой самый главный ключ к успеху? Это все, что я хотел знать, поэтому я начал искать ответ в книгах. Я читаю книгу, переворачиваю страницу и бац! Вот он. Главный ключ к успеху — это постановка целей. Я подумал, так и есть, если у вас нет цели, то нет и причин использовать свои способности. Как говорится в старой фразе, человек без целей, как корабль без руля. Оба в конечном итоге врежутся в скалы. Немного банально, но правда. Я подумал, да, главный ключ к успеху — это постановка целей. Конечно, я хороший ученик, поэтому всегда читаю еще одну книгу. Вторая книга говорит, забудьте про цели. Это здорово, но главный ключ не в этом. Вы можете ставить цели до посинения, но что вам действительно нужно, это научиться управлять своим временем. Время — это единственный ресурс, который вы можете контролировать. Это и есть ваша жизнь. Я подумал, так и есть, главный ключ — тайм-менеджмент. Конечно, я открыл третью книгу. Забудьте про тайм-менеджмент и цели. Главный ключ ко всему — дисциплина. Вы можете играть с тайм-менеджментом весь день, но если вы не можете дисциплинировать себя, то ничего не выйдет. Я подумал, так и есть, это дисциплина. Затем я прочитал четвертую книгу. Забудьте обо всем другом, главное — это вера. Потому что если вы дисциплинированы, но не верите, что это сработает, это не сработает. Так что из этого на самом деле главный фундаментальный ключ к успеху? Они все, и список на этом не заканчивается. Это меня расстроило. Как же работать над всем этим одновременно? Я хочу знать одну вещь, работая над которой все остальное встанет на свои места. Я искал, искал, брал интервью у людей, пока однажды не наткнулся на главный ключ к успеху в жизни. Если вам интересно, можете записать. Только если вам интересен главный ключ к успеху. Если нет, можете не записывать. Итак, готовы услышать это секретное слово? Главный ключ к успеху — это знание. Да, знание. Я говорю серьезно, люди, которые преуспевают, знают вещи, которые другие люди просто не знают. Вот почему они намного успешнее. Знание — вот в чем секрет. И как только я записал слово «знание», то сразу зачеркнул его, потому что это точно не то. Как вы вообще могли это записать? Если бы это были знания, то любой образованный человек был бы успешным. И вы знаете, что это не так. Кто из вас знает человека, которому следует изменить свою жизнь? Который знает об этом, он даже знает, как изменить свою жизнь, но все равно этого не делает. Кто из вас знает такого человека, может быть, даже лично? Да, знаний самих по себе недостаточно. Знание — это не сила, знание — это информация. Сила — это что-то другое. И я думаю, что настоящий, самый главный ключ к успеху — это то, что я называю личной силой. Вот в чем ключ. Запишите. Личная сила. Для меня это единственный, главный, фундаментальный ключ ко всему успеху. Если вы используете его, то можете получить все, что хотите. Личная сила дает вам возможность предпринимать действия и доводить дело до конца. Способность совершать необходимые шаги, взять идею и воплотить ее в реальность. И это инструмент номер один, который большинство людей никогда не тренирует. Это дар, и он есть у каждого из нас в любой момент. Даже если вы не использовали этот дар 20 лет, прямо сейчас, одним решением, вы можете начать использовать свою силу и доводить начатое до конца. Вы можете взять идею из своей головы и воплотить ее в реальность. Какими вы хотите сделать свои отношения? Какое влияние хотите оказывать на своих детей? Сколько денег хотите заработать или какой бизнес начать, неважно. Это доступно прямо сейчас. Все, что нужно сделать, решиться и довести дело до конца. Только так можно натренировать свою личную силу. Начните с маленьких дел, запланируйте что-то и сделайте. Опять запланируйте и сделайте. Всегда доводите начатое до конца. Ваше тело должно запомнить это. Но, Тони, что если я доведу дело до конца, и это не даст никаких результатов? Угадайте что? Вы научитесь чему-то. Затем вы опять используете свою силу. А если и в этот раз она не сработает, то вы снова приобретете опыт и знания. Проигравших здесь нет. Вы либо учитесь, либо получаете вознаграждение. Но если вы не сдадитесь, то обязательно наступит тот день, когда ваша сила даст результат, который в 1000 раз превзойдет все ваши ожидания. Ваше прошлое и ваше будущее не должны быть одинаковыми.
Только ты можешь изменить свою жизнь. Не кто-то другой за тебя, а именно ты. Раскрой свою внутреннюю силу. Тони Робинс.